привет, господа и дамы. Выходите прямо. Это футбольный стадион в Аликанте. Мне задали вопрос. Как чувствуют себя испанцы после поражения? Я уже ответил под видео, что видел одного мужика, который бился башкой об стену. Я слышал также, что король решил покончить жизнь самоубийством. Принц тоже наложить на себя руки. Ну а если серьезно, то они в шоке. Мы должны понимать, что каждый колосс, будь он на глиняных или других ногах, всегда падает. Вот и Испания, наверное, была колоссом, а теперь немножко отдохнет. Как восхищались испанской командой в течение нескольких лет, когда они выигрывали. Это этих друзей расслабило, наверное. Так что в этом году уже маловероятно, что они одержат что-то, хотя бы возьмут серебро там. Вот вам и ответ на вопрос. Adios, amigos.